Папа, папа, вот здесь я придумала, куда мои деньги потратить, которые мне подарили на день рождения. На конфеты? Не, я тебе не куплю конфеты. Да, папа, наверное, на книжки, да, София? Не, мама, не на книжки. Я придумала лучше кое-что. Для вас двоих челлендж. Ничего себе, какой челлендж? Папа, это тебе одна бумажка, мама, это тебе одна бумажка. О, спасибо, дочь. Пошел, я себе пиццу куплю. Папа, какая пицца? Никаких пицц. Это специально для челленджа. А кто купит больше опытов, тот выиграет в челлендже. О, мама, интересный челлендж. Я знаю пару местечек, где попыты продаются. Ха, я больше куплю попытов. О, нет, 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 папочка. Я знаю больше магазинов, где продают попыты. Я выиграю этот челлендж. Ну, давайте посмотрим, посмотрим. Время на чего? Сидите покупать. А когда мы узнаем, кто выиграет, София? В конце челленджа. Я буду за вами следить. Ну и отлично. Я знаю, в этом торговом центре классный магазин с попытом. Я побежала. Ах так, рядом. Ну ладно. А я знаю, около Сашиной и Арсениной школы место. Ха, я там куплю. А здесь я буду их ждать и смотреть, какие они попыты мне привезли. Вот эти симплы-димплы попыты. Какие они классные. Так, что же мне взять? Морожка. А вон там большущая морожка. Так, надо, наверное, большущее взять. Тогда Софии точно понравится. Машинку возьму для количества. Крабика. А, даже слоненок есть. А какой оригинальный есть. Simple Dimple. Так, все, я определилась. Беру. Раз, два, три, четыре, пять штук здесь беру. Это-то хорошо, я-то купила их. Но я потратила почти все деньги. Хотя еще знаю одно место, где здесь классные, крутые попыты. Надо еще туда зайти. Так, вот мои попыты. И осталось у меня 12 с половиной рублей. Надо идти. София, смотри, что я принесла. Что там? Ты первая? Да, ты первая. Смотри, что я тебе купила. Simple-Dimple спиннер. Крутой спиннер, да, вижу, он еще крутится. Да. Ну, и мам, можно на брелке носить. Да, на брелке. А чпокает-то. Слышишь, слушай. Ага. Самый крутой. Да, мам, крутой. А вот это большущая морожка. Видела, какое гигантское морожка? У тебя, кстати, да, таких не было. Не было. И вот таких маленьких брелочков. Слоник. Слоник, крабик. Крабик и машинка. Брум-брум. Да. Классная? Да. Так, мам, сейчас я тебе баллы насчитаю. Один, ага, балл. Это тоже один балл. Два. Один. Три. Это двойка. Пять. Угу. А это кто? Это тройка. Три, шесть, восемь баллов. Отлично. Папы еще не было, да? Не было. Я пошла за следующими. Это ларечки из нашего детства. Здесь будет самое дешевое, самый большой выбор. И начну я с этого. А, попыты, попыты, эти снайперы, или как они там называются, симплы-димплы. Я, короче, уже все выучил. Так, это что? Единорожка, машинка. Крабик. О, крабика. Итак, у меня раз, два, три, четыре. 16,80 за 4. Я 100% уверен, Оксана нигде не найдет 4 штучки. Конечно, за такие деньги. Конечно, это у нас самые дешевые. Я знаю, поэтому я к вам и пришел в первую очередь. Итак, у меня еще 33,20. И у меня уже есть 4 симпла-димпла попыта. Там один снайперс. Ребята, я тут спонтанно. Смотрите, вообще какой дешевый Микки Маус. Я думаю, Софике он вообще так понравится. Обалдеть. Смотрите, ребята, какой он классный. Ну-ка проверим. Даже чпунькает что-то. Отлично, дальше погнали. Ну что, доча? Привет, пап. Смотри, что я купил тебе.
Динозавр. Как его там? Арсений? Аркадий, он зовет его. Смотри, еще вот такой. Маленький. Смотри, такой вот брелочек тебе нашел. Мини-маус и снайпер. Так, это папины. Итого 4. Так, ну очко даю 5. За это даю 2. Ого, у нас еще, оказывается, баллы есть. Да, папа. Ничего себе. Ладно, буду что-то получше искать. Так, детские игрушки Знайка, сюда мне. А, есть, есть пупультики. Какие они разные. Вот, а, лягушку. Так, ее возьму. А вот это мой будет тайный элемент. Сразу 3? Как будто один. Я количеством точно возьму. Здравствуйте, можно мне, пожалуйста, вот эту и вот эту? Так, сколько у меня денег? Так, у меня как раз еще на ананас хватает. Еще на нас, пожалуйста. Ай, как много, как классненько. Так. Это у меня получается 1, 2, 3, 4, 5 попыток. Спасибо большое. До свидания. София, София, смотри. Я к тебе пришла. Какие я тебе классные попытки в этот раз купила. Этот цвет меняет. Да, да. А какие цвета? Фиолетовый и зеленый. А вот синий? Или синий. А вот это очень качественная лягушка с глазами. А, только глаза не чпонькаются. Зато небольшие. Mm-hmm. А вот это 3 в 1. Ты видишь? Ну что, начисляй свои баллы. Скорее, скорее. Сколько? Так, 2, 2, 2. Ну так тоже 3. 1, 2, 3. Видишь? Давай 3 балла. Папа, мама, ну это же один пазл. Ладно, 2. Итого у меня, там у меня было... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 баллов. Ну да. Теперь я буду ждать папу. Давай, жди папу. Все, у меня деньги закончились. Я пойду, наверное, в магазин схожу. Просто за продуктами. Ну, хорошо. По-моему, я здесь где-то видел, что здесь. Точно эта штука тоже есть, попытная. Сейчас заценим. Класс. Такого у нас точно нету. Ой, этот здоровый. Смотрите, я еще внутри нашел сову на офигенного качества. И такую вот собаку взял. И все это мне обошлось всего лишь 10 рублей. Смотри, на этот раз 2. Но какие классные, смотри. Филина тебе нашел. Два, какие глаза. И Шерлока нашел. Ой, какой милый. Ну че, че, сколько баллов мне дашь, а? Ну за это 2. За это 2. 4 балла, да? Да. Ну что, кто впереди? Кто впереди? Я или мама, а? Узнаешь в конце челленджа. Ладно, пойду еще. У меня еще деньги остались. Еще докуплю. Ничего себе, сколько денег. Как так? На первом этаже все попытки разобрали. У меня 2 минуты осталось. Может, здесь будет? Офигеть. Офигеть, это круто, я попал. Они еще на акции минус 15%. Еще у меня осталось 21, 20, 11. О, такой возьму. Ну-ка еще на другой кассе гляну. О, лапа, краска, звездочка. Это что? Короче. Лапу еще возьму. И все. И как раз в деньги вписался. Так, еще пару денег остается. О, дешевенький. Наверное, прокатит с учетом скидки. Ха. Ну что, пошел Софии показывать последнюю партию. Ну что, что, смотри. О, все, за последние деньги. Пока даже копейки не осталось. Все потратил. Так, это 1, это 2, это 2. О, итого еще плюс 5, да? Да. Ну что там? Ты уже посчитала итоговый? Ну так сколько? У меня 14. У мамы сколько баллов? У мамы тоже 14. У вас ничья. Победитель никто в этом челлендже. Вот это да. Неожиданно. Походу победитель в этом челлендже только ты. Ну конечно.
Но я же делаю его для себя. Ну а если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока!